нужны не просто средства защиты, да, их можно купить сколько угодно, там 10 тысяч, 20 костюмов и тому подобное, но их правильное использование, рациональное использование, в то же самое время, там, вот, которое бы обеспечивало бы безопасность медиков. 80% заболевших коронавирусом медицинских работников заразились как раз в лечебных учреждениях во время снятия защитных, индивидуальных защитных средств. Особенности вируса таковы, что не всегда и не при всех обстоятельствах нужно обеспечивать очень большую защиту от этого вируса. Во многих случаях достаточно просто защита расстоянием и сокращение времени контакта с инфицированным. Очень важно правильно формировать маршрут пациента и разделять зоны лечебных учреждений на чистые, условно загрязненные и загрязненные инфицированные зоны. Очень важно правильно строить помещения для переодевания пациента, медиков и в случае необходимости последующей санитарной обработки. И это очень важно, потому что это позволяет экономить те так необходимые ресурсы, которые обеспечат работу наших медиков.